Потрясающая дата – 1694 год. В нашей округе ничего подобного, сохранившегося до нашего времени, которое бы смогло с датой соперничать с нашей уникальной церковью, нет. Это действительно то, что нам Господь дал в наше бытование, в нашу жизнь. Вот такая же память должна быть свойственна нам о тех святынях, которые дошли или не дошли до нас, наших отцов, дедов и прадедов. Эта память не должна быть пассивной, она не должна быть такой какой-то ностальгически грустной, разоружающей. Ну вот было и прошло. Она должна быть евангельской, она должна быть библейской, то есть исполненной активного действия. На территории нашего Череповецкого района вот есть такие уникальные храмы, как храм селения Неласка, который существует уже 320 лет. К сожалению, он сегодня требует определенных реставрационных работ. Мы надеемся, что и администрация Череповецкого района примет участие в восстановлении данного храма. Хотелось бы, чтобы он в дальнейшем продолжал служить вот именно нашей православной церкви, нашим своему прямому предназначению.